четверг в Самарской области малооблачно, местами пройдет дождь. Жара не отступит. Плюс 31, плюс 33 днем, ночью 22-24 градуса выше ноля. Ветер южный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака и дождь, днем плюс 31, ночью 22 выше ноля, южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, без осадков, днем плюс 30, ночью плюс 24, ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь, плюс 29 градусов в дневное время, ночью плюс 22. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 23-24 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.